Знаете, в первую очередь мне интересуют всегда такие методики, которые работают на воздействие на причину проблемы. А как раз эта методика и работает на корень всего начинающегося. А, во-вторых, мне близки те способы воздействия на человеческий организм, которые целостно смотрят на человеческий организм. И когда я узнала, что здесь воздействие, скажем, на грубые структуры тела, мы воздействуем и на более тонкие структуры тела, для меня это, ну, как раз тот подход, который, я думаю, должны применять все здравомыслящие люди к применению своего организма и по отношению к другим. И, конечно же, впечатления, вот эти результаты мгновенные за 1-2 минуты, они очень сильно мотивируют продолжать и углубляться, учиться этой методике и применять это не только на себе, а на других тоже. Сперва удавалось очень тяжело, как бы мне было, ну, непросто понять все, потому что я давно уже не работаю руками, но... Чем больше прикасаешься к телу, скажем, своему, других людей, вот это тоже очень хорошо, что у нас была возможность практические части, где мы можем работать друг с другом. И тогда чем больше движений ты делаешь, тем быстрее приходит вот это понимание, как должна двигаться рука. И то, что это практичный семинар, а не теоретичный, я думаю, это самое главное.